Итак, ребята, открытие мотосезона, Ульяновск. Давайте по традиции обойдем, посмотрим мотики. Вот. Начнем с эндуриков. Вот смотрите, вот такие вот эндурики. Классные. Yamaha Fazer, чопперы. Вот такой, друзья, обзорчик. Вот вообще Yamaha. Смотрите, в цвет прям визор. Классно, прикольно. Квадрик. Раптор, наверное. 600. Давайте посмотрим. А, нет, это электроквадр. Электроквадр. Он у меня в том обзоре был, в открытии мотосезона 2021. Я его показывал. Электротяга рулит. Пацаны на спортах. Вот. Я 6-я. Знакомая парнишка. В общем, очень много мотиков. Очень много. Опа. Юпитер, Юпитер, все, все, как говорится, в силе. Вот, пацаны, мотоцикл моей молодости. Видишь, Юпитер, пятый. Опа, Уральчики. Сибишечка. Или бандос. Сибишка или бандос. Не посмотрел я. На чопере такое ощущение, как будто фара горит. Ну да, друзья, очень-очень много хрома. О! Очень много хрома в этом открытии, это круто. А вот это вообще, это какой-то раритет. Ребят, смотрите, зеленый. Это какой-то. Это американский, что ли? Что за мотик-то вообще? Рояль. Прикольный мотик. Блин, старенький. Ну, может быть, не, скорее всего, не старый. Он просто под стиль такой. Вообще классно. Ребят, вообще классно. Дисковый тормоз. Вообще лютый аппарат. Так, пойдемте дальше. О, Триумф. Вообще вот это вот, ну, движок от автомобиля. Вообще круть. Ну, можно выразиться так. Лютый аппарат. Вот хондочки. Дурики. Да, сегодня народу вообще тут, ну, прям много. Это хорошо. Так, это Альфа. Да? Мотовен, да, Альфа. А, Гауда. Вот это Гауда, вот это вот. Ну, это вообще, это что-то с чем-то. И магнитолы, и все. Все, короче, есть. Все, абсолютно. Так. Идемте дальше. Фотографы ходят. Кстати, классные фотки в интернете на него. Вот, пацаны, чопперы. Еще огонь. Вот так вот, друзья. Пройдемте здесь. По газончику, я думаю, ничего страшного не будет. Бэхота. О, так, а здесь что у нас? А, здесь мобил. А, АЗС контейнер, город неизвестен. Год неизвестен. Прикольный, кстати, смотрите, друзья. Вот, а здесь выставка, смотрите-ка. Угу. Аптека. Германия 880. Да, смотрите. И вообще вот это вообще классный в форме чайника. Вообще прям прикольно. Вообще прикольно. Это необычно. Ага, ну-ка, сейчас посмотрим, снимем. Снимем видосик. Вот это вообще нормальный арт-объект. Вязаная заправка. Вязаная заправка. Вот это да.
Заброшенный арт-фон художский. Ага. Не, реально круто. АЗС, ГАЗ. Словакия. Батуми. Это Турция. Киев, Украина. 77-й год. Сочинская заправка. Сочинская заправка тоже прикольная. Да. Есть похожая, вот как в Киеве, у нас ага. в Самаре, но она, правда, не работает. Ага. Я ему позвоню, он видит. Так, здесь Лос-Анджелес год неизвестен. Ну, что-то 90-е, наверное, 80-е, может быть, и 70-е даже. Румыния, вот румынский цвет такой, очень модный сейчас цвет вот этого. Такой няшный. Так, а это мы посмотрели, да. Ну, ребята, вот, берпишка клевая. Вообще, ну, нормальная такая берпишка. Я ее тоже снимал в том году, может, помните. Лютый аппарат вообще прям. Как автомобиль. Пацаны на спортах. Помнишь, Уральчик я снимал, ребят. Уралы — это вещь, верхнеклапанная система. О, вернее, нижнеклапанная. Секундочка. Так, привод, ремень. Вообще прикольный привод, ремень мне нравится. О, Олег. Олег, а я не слышу. Здорово, Олег. Приветствую. Чё, как ты? Да ничего. А где у тебя Ямаха? Там стоит? А, ну я до туда не дошел еще. Белая. Ты че? Я снимаю видосик сейчас. Сейчас я пройду и подойду. Ага. Опа, ребята, Ява. Ява. Вот Ява. Две Ява. Ну это нульцевое состояние, это нулевая Ява. Вещь, друзья, вещь. И шлем, обратите внимание, шлем тоже. Ну, с той эпохи. Советского Союза. Так, ребят, давайте пойдем дальше. Дадим проехать. Так. А, и вот этот вот Макси-скутер. Тоже лютый аппарат. По-моему, 200, нет, 400, наверное, кубик. Или 250, я не помню. Вот. Так, что там? Чопперы, ребята, вот. Ямаха тоже стоит. Ну вот как-то вот так вот, друзья, у нас. Как-то вот так вот. Дрозды, вообще лютые дрозды. О, это Димина ЮБР-очка. Ой, пока Дима отходит, я сниму обзор. Это Ямаха ЮБР 125-й. Она где только не была. Кстати, вот рекламка, смотрите. Вот, мечтай, будь счастлив, живи, путешествуй. Полный бак, YouTube-канал Дмитрий Парыгин, подписывайтесь. И Макс, это мои друзья, Макс Лайф 4, мотопутешествие, жизнь 4 такса, Максим Синчила, YouTube. Вот, пацаны, подписывайтесь. У Макса очень много видео про путешествия, так же, как и у Димана. Но у Макс объехал Россию 4 раза, Россию 4 раза на Зизере. Вот, ребят, подписывайтесь на Макса. Я думаю, все вы увидели. Вот, идемте дальше. Уральчик. Чопперы. Вот. О, гуси. Вот гусь вообще здоровый аппарат. Это монстр. Лютый монстр. Неудобно. Вот так вот, друзья. О, это что, супермото? Не, просто колеса. Скорее всего. Ну, что-то похож на супермот. А вот это вот мотик я вообще вот. Он вообще. Это эксклюзив. Самодельный. Тюнинг. Ателье. Эксклюзив. Так, пройдем дальше. Я вот сниму отсюда. О, друзья, смотрите, вот это вот вообще такие аппараты. Лютые. Уральчик. Вилка, рычажка. Тоже очень хорошая вилка, мягкая. Для бездорожья отличный вариант. И для дальняка. Вот. Ну, что-то кто-то говорит, там что-то ее приходит подвариваться иногда.
если жесткие ямы. Так, ну и Yamaha R6, это Олега. Вот, Олег, тебе привет. Такая вот Yamaha R6. О, поставил клетку. Crazy Iron, скорее всего. Ну да. Олег тоже один раз улетел. Вот. И поставил клеточку. Но ему повезло, он всего лишь покоцал пластик и что-то спину, что ли. Ну, он просто упал, у него ушиб был некоторое время. Вот. Шлем АГВ. Олег себе купил Италию. Вот. Тетеман. Тетемен, кстати, прикольная наклейка. Короче, R6 Олега, пацаны, лайкосик.